Последние 10 лет я работаю учителем-дефектологом. Почему выбор пал на эту профессию? Я хотела быть как мой классный руководитель. Отзывчивый, добрый, понимающий, несправедливый. И я стала учителем-дефектологом благодаря ему. И ни разу об этом не пожалела. В первые годы своей деятельности я поняла, что нужно владеть современными методиками. Главное – уметь и желать общаться с детьми, помогать им идти к успеху. То есть наладить не только отношения учителя и ученик, а связь человек-человек.